чтобы дети занимались творчеством, играли, дружили все вместе. Во дворе между домами 13 и 11А по улице Нижняя Дуброва состоялся праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Он открылся выступлением солистов детского клуба «Рассвет». На праздник собралось более 200 детей и родителей из домов по соседству. И это удача, что день оказался погожим. Погода как раз вот очень удачно, солнышко вышло. И шли, когда сюда к вам музыка раздается. Ну, хорошо прям. Весело, хорошо, здорово. Праздник под открытым небом организовали городские власти. Детям предложили принять участие в творческом конкурсе и побороться за призы и подарки. У нас с вами сегодня конкурс. Конкурс этот, он очень такой традиционно давний. Мы, когда были тоже маленькими, мы также рисовали на асфальте. И ваши папы и мамы, и дедушки и бабушки помнят, как это здорово. Так, главным событием праздника стал конкурс рисунка на асфальте «Мой любимый дом». Чтобы каждому хватило места для творчества, площадку расчертили на отдельной клетке. Самых маленьких, детей от 3 лет, в творческих начинаниях поддерживали их родители. Но и дети постарше тоже стремились к победе. Хорошо, что есть люди, которые это устраивают. Этот день прошел очень весело. И не за гаджетами сидя, не проводя время где-то в плохих компаниях, мы пришли сюда и нарисовали на асфальте чудесный рисунок «Мой дом». Главное участие, но если мы займем первое место, почему бы и нет? Главная задумка организаторов праздника – дать детям возможность сделать выдох после сложного учебного года. Это все-таки достаточно густонаселенный спальный район, поэтому очень легко собрать в одном месте большое количество детей. Здесь очень много творческих детей, активно откликаются на любое такое начинание. Жители микрорайона поблагодарили организаторов и предложили следующий праздник двора приурочить ко дню семьи, любви и верности, который пройдет 8 июля. Григорий Кошкин, 6 канал.